Лишь 3 недели осталось до Дня Республики. Подготовка выходит на финишную прямую. Традиционно состоится множество мероприятий, концерты, фестивали, форумы. Многие из них пройдут в столице. Что ждет чебоксарцев в День Республики, а также что еще нужно сделать для благоустройства, сегодня обсуждали в администрации города. Итак, по Дню Республики. Главные акценты, которые будут расставлены с нашей стороны при подготовке празднования в городе Чебоксары, безусловно, это оформление. Вовсю разрабатывается дизайн-концепция города, где главным элементом останется национальная символика. Вся наружная реклама, баннеры и перетяжки будут приветствовать гостей праздника на двух языках – русском и чувашском. А центральные улицы города украсят цветочные композиции и ландшафтные конструкции. Наша задача – благоустроиться полностью, завершить благоустройство ко Дню Республики. Ну и те дороги. Мы говорим, что ремонт дорог сплошным покрытием асфальта. Если мы ко Дню Республики, они должны быть завершены. Ну и Московский мост максимально постараться надо, чтобы его завершить ко Дню Республики. Ставятся задачи. Ускориться надо здесь. Обсуждение Дня Республики было не единственной темой собрания. Оргкомитет также коснулся и предстоящего Дня города. День города – это наш праздник. С точки зрения, и отличается он самый главный, отличается он всех от остальных праздников, потому что у него есть секрет. Потому что этот праздник делают сами горожане. Чебоксары – город, в котором хочется жить. Именно так звучит полюбившийся жителям столицы Чувашии слоган. В этом году предлагается провести мероприятие, посвященное Дню города, под лозунгом «Город любит себя». Ведь каждый житель столицы важен для города. Творческий бульвар, да, из года в год набирает обороты. Здесь в творческом бульваре должны быть все наши музыкальные школы, художественные школы искусств должны быть представлены. Каждый год жители столицы на День города радуют выступление какой-либо приглашенной звезды. И этот год не станет исключением. Оргкомитет обсуждал варианты. Группы Любе, Браво, Леонид Агутин, Лариса Долина или певица Слава. Кто же из них будет радовать нас своим выступлением на Дне города в этом году? Что ж, все это мы сможем узнать лишь в августе. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.